Люблю на яблоню залезть. Зеленых яблок столько съесть, что не смогу ни встать, ни сесть. Пусть глупо, мне смешно. А если вдруг случится мне наследство получить, я стану столько есть и пить, что не смогу ходить. Я по лугам люблю гулять, пчелы шмелей с цветов сгонять, хоть могут больно искусать. Пусть глупо, мне смешно. Когда грозы грохочет гром, и все попрятались кругом, люблю бродить я под дождем. Пусть глупо, мне смешно. Мэнни? Я думала, что хотя бы на прощание ты будешь меня слушаться. Где моя палка? Коза. Кому нужна коза? Козу хочешь продать, Илонка? Только почему-то никто не хочет ее покупать. Конечно, кто ж купит такую? Ну тогда никто не купит и ваших цыплят. Здесь написано, что моим мужем будет мясник. Мясник? Что за глупости? А я выйду замуж за знатного юношу, и у нас будет 15 детей. Представляете? 15! Предсказание судьбы, предсказание. Еще никто не возвращался. И сколько это стоит? 6 шиллингов за всю судьбу. Эта волшебная птичка предскажет ваше будущее. 6 шиллингов? Так дорого. Вы же понимаете, как я должен содержать эту птицу? Гадание, предсказание. Можно мне? Конечно. Давай предскажи девочке хорошее будущее. Вот так. Возьмите у него записку. Спасибо. Ох, как здорово! Видите, теперь она знает, какой у нее будет жених. Станьте счастливее, богаче. 4 шиллинга. Это окончательная цена. 6 шиллингов я не могу вам уступить, иначе моя птица останется без еды, без питья. Кому нужна коза? Продаю козу. Дайте мне посмотреть. Это самое замечательное предсказание. Купите шаль. Мне не нужна шаль. Она пригодится вам на свадьбе. И тогда вы вернетесь ко мне и скажете, что я был прав. 6 шиллингов. Тихо, не мешай мне думать. Кому нужна коза? Ну ладно. Только стой здесь и не блей. Вы все-таки вернулись и не пожалеете. Давай, вытащи предсказание для этой леди. А что, если я вытащу его сама? Все равно 6 шиллингов. Ну ладно, пусть это сделает он. Но только что-нибудь получше. Я не могу сорить деньгами. Вы не пожалеете, это может принести вам миллионы. Давай, птичка, предскажи ей красивую жизнь. Давай, вытаскивай и отдай ей в руки. Вот так, спасибо. Кто еще хочет узнать свою судьбу? Предсказатель,
Здесь все неправда. Я не живу в Вене. Все претензии птицы. Вы молодой человек. Но я туда даже не собираюсь. Пожалуйста, скажите это птице. Он понимает каждое слово. Честное слово. Это обман. Верните мне мои 6 шиллингов. Давайте так. Вы придете ко мне через 6 месяцев. И если ничего не сбудется, то я верну вам деньги. И где мне вас искать через 6 месяцев? Спросите у птицы. Предсказания. Все в восторге от предсказаний. Кроме меня. Видите, она даже не может поверить в свое счастье. Зря потратите свои деньги. Я сейчас вернусь. Не торопись. У нее рог треснул. Что? Я говорю, рог треснул. А при чем тут рог? Еще трещина на копыте. Зато она дает много молока. Эта трещина скоро сойдет. Сколько просите? 21,50. Вы сказали 8,50. Кому нужна коза? Ну ладно, даю 10, но не больше. 19,50, только ради моей козы. Это моя последняя цена. Вы что, мышь покупаете? Ладно, 12, хотя я и понимаю, что переплачиваю. 17. Больше я не уступлю. 13,50, только потому, что вы такая хорошенькая. 16, только из жалости к вам. 14 и покончим с этим. 15,50, или берете, или нет? 15, и на этом все. Идет. Продано. Хорошая коза. Неплохая, немного непослушная. А вы не здешние? Я из Селитшумио. Селитшумио, какой ужас. Почему же? Я хотел пригласить вас на чардаш, но... Что но? Бесполезно. У вас не умеют танцевать чардаш. Да что вы, позвольте доказать обратное. Думаю, не стоит. Одна ваша землячка танцевала со мной, а потом упала в обморок. Она из Селитшумио? Она так сказала, хотя вы не виноваты. У нас танцуют чардаш лучше всех. Этого не может быть. Интересно. Тогда предложу вам со мной поспорить. Валяйте. Спорим, что вы свалитесь с ног за один танец. Мои деньги, ваша коза. У меня будут и деньги, и коза. Или у меня останутся деньги и коза. Идет. Но тогда вперед. Так у нас танцуют чардаш только одни калеки. Вы так думаете? Сейчас я покажу, как надо. Thank you.
Помогите! Кто здесь? Кто вы такой? В чем дело? Что вы здесь делаете? Это как вы сюда попали? Кто вы такой? Зачем вы меня куда-то везете? Я говорю вам, что не видел вас. Как я мог вас везти куда-то? Пустите меня! Осторожно! А вы едете в Селит-Шумио? Да, верно, в Селит-Шумио. До него же 50 миль. Не может быть. Не может. 58, 50 еще 5 и... И где же мы? Почти что приехали, у самой Вены. У Вены? Зачем вы привезли меня сюда? Я везу с ярмарки муку и сено. А вас я даже не видел. Что же мне делать? Мне не дойти пешком. Я не знаю, что вам делать. Идите обратно. Вот и все. Я бы поехала с вами. Но я не знаю никого в Вене. Зачем мне туда? Вы можете пожить немного у меня. Я скоро опять поеду на ярмарку и отвезу вас обратно. Может быть, вам понравится в Вене? Ну, конечно же. Да? Ну, так чего же? Мы с вами спорим. Я булочник Тешек. Будем знакомы. Уже лучше? Да, мне прекрасно. Передо мной Вена. Я впервые увидел Вену, когда был такой же, как ты. Молодой, неугомонный. Я приехал из Польши, чтобы заработать деньги. Я не мог спать. Я чувствовал себя как в раю. С тех пор я и остался в Вене. Rise and rejoice, for it turns to our dreams.
Кот со двора, мыши в пляс. Разве настоящие пекари так работают? Дай мне ухват. Ухват! И лопату. Лопату! Ухват, лопата. Мы только на одну секундочку отошли от печи. Ладно, ладно. Бегите, принесите муку, которую я привез. Муку. И отнесите ее в кладовку. Где Дженни? Наверху. Она пошла спать. Ты выиграл ее в лотерею, дядя? Да. Нет, нет, нет. Она говорящая? Спросите у нее. Привет. Простите. Простите. Это мои племянники. Живут и учатся у меня. Дженни! Иду. Хорошая девушка. Она работает в магазине. Она все тебе покажет. Спасибо. Жить в булочной хорошо. Всегда сыт и есть где спать. Вы звали меня, мистер Тэшк? Да, я звал тебя, Дженни. Это наша гостья. Ее зовут Илонка. Привет, Илонка. Что смешного? Ничего. Я одолжу тебе платье, чтобы ты могла надеть завтра. На всякий случай. У тебя столько платьев. Один граф, мой жених, хочет, чтобы я выглядела нарядной. И ты станешь графиней? В этом платье я понравилась одному купцу. Померяй его. Слишком нарядная на каждый день. Я чуть было не вышла за него замуж. К счастью, я вовремя заметила, что он скуп. Хотя можно и развестись. А я выйду замуж за художника. За художника? Вы уже обручены? Нет. Я еще с ним даже не знакома. Мечтаешь стать женой художника? Не особенно. А у тебя с головой все в порядке? А что, волосы растрепались? Нет, хотя прическа странновата. Но просто ты не знаешь ни одного художника, не мечтаешь стать его женой, но говоришь, что выйдешь за него замуж. Мне это предсказали, и ты в это веришь? Утром не верила, а теперь да. Один мой жених верил в предсказания. Хорошо, что я из него не вышла. Хотя ему нагадали, что мы с ним поженимся. Он был военным. Хочешь с ним познакомиться? Не знаю, мне нужен художник. Художник? Завтра утром увидишь парад и забудешь про своего художника. Скажи, пожалуйста, сколько же у тебя юбок? Быстрее, они идут. Я же говорила, ты забудешь про художника. Забыть?
Мне просто было интересно посмотреть. Для этого и нужны парады. Ты ведь тоже смотрела? Я? Да я практически уже обручена. Мне просто нравится музыка. Музыка прекрасная. Они часто здесь ходят? Ежедневно. Мне нужен отпуск, у меня тетя умерла. Вы слышали? Тетки мрут как мухи. С кем поминать будете? С той? Из булочной? Все-таки она, да? Она чуть из окна не выпрыгнула. Хочешь познакомиться? Хочу пригласить на ужин. Что ж, дело понятное. Повторите еще раз. Что? Вот это. Как вы так делаете? Что это? Этот ритм. Чудесный ритм, пожалуйста, повторите его. Я просто ставил печать, так что уходи, пока я не передумал. Умоляю, еще раз. Пожалуйста, еще раз. Это очень красиво. Снова сочиняет. Мне нужен лист бумаги, я хочу записать мелодию, пока не забыл. Успокойся. Перестаньте! Перестаньте! Тихо! Я сказал тихо! Как смешно! Из-за вас я забыл свою мелодию. Ты забыл, что майор запретил тебе сочинять музыку. А что мне, майор? Придет время, когда и в армии будут ценить людей. И причем не за чины, а за таланты. Вот так-то лучше. Вы еще обо мне услышите. Хорошая выправка, старина. Подойдите, капрал Мартин. Как давно вы служите в армии? 1 год, 8 месяцев, 17 дней. 6 часов 32 минуты. Пора уже стать настоящим солдатом. Я стараюсь, сэр. Старайтесь. Старайтесь стать композитором. У меня есть талант. Это упрямство, а не талант. Если бы господин майор послушал мои сочинения... Разве вы не знаете, что устав запрещает солдату иметь посторонние занятия, помимо службы? Вам известно это? Да. Если еще раз вы нарушите устав, я посажу вас на гауптвахту. Вам понятно? Есть понятно? Да. Просто стой здесь и смотри за Дженни, за покупателями. Просто стой и смотри. Хорошо, сэр. Так ты можешь многому научиться. Да. Одну минутку. Вам, как обычно, булочки с изюмом. Пожалуйста, возьмите. До свидания. До свидания. До свидания, миссис Брэкхетт. Приходите еще. До свидания, миссис Брэкхетт. Приходите. До свидания. Это новая продавщица, мистер Тэшек? Гостья. Родственница. Нет, попала к нам случайно. Мистер фон Циммер. Мистер фон Циммер, одну минуту. Спасибо. Доброго дня, мистер фон Циммер. Но он не заплатил. Стой! Держите его. Вы же сами сказали мне следить за покупателями. Я сказал? Я не говорил. Простите великодушно, мистер фон Циммер. Не сердитесь на нее. Она новенькая. Ладно, ладно, булочник. Простите. 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 Знаешь, это же мистер фон Циммер. Но он не заплатил. Не заплатил. Да он брал пирожки для самого императора. У меня был такой шанс. Я не знала. Император ест наши пирожки. Послушай меня. Знаешь ли ты, что значит быть придворным поставщиком?
Знаешь или нет? Нет? На вывеске будет написано. Мое имя Владислав Тешек, придворный поставщик. У меня на груди медаль императора. О большем счастье не мечтает ни один булочник. А ты... Все кончено. Но он все же мог заплатить. Пойдем. Пойдем отсюда. Если только фон Циммерли расскажет все императору, лучше об этом даже не думать. Пойдем. Хотите, я поговорю с ним? Нет, нет, нет. Она недавно в городе. Со вчерашнего вечера. Но она скоро привыкнет к нашим порядкам. До свидания. До свидания. Спасибо, капрал. До свидания, мисс Чарсли. Приходите. Поздравляю вас. Сегодня вы, наконец, мне улыбнулись. Вы смотрели на меня целый месяц. Что вам угодно, сэр? Вас. Я примчался к вам, как только получил увольнительную. Могу предложить кофейный торт, вам понравится. А что-нибудь послаще? В первый же день я сказал себе, рано или поздно она улыбнется. И это случилось. Это вам. Я встречаюсь с одним джентльменом, который очень ревнив, особенно к военным. Но вы можете взять цветы? Могу. Давайте его проучим. Встретимся сегодня вечером. Я не могу так поступить. В 8 часов. Где? Привет, Лэмби. Почему ты такой серьезный? Я просто проходил мимо и решил зайти проведать тебя. Вот и она, наконец. Привет. Привет. Я сам их собирал. Я просто проходил мимо и решил зайти проведать тебя. О, благодарю вас. Не поддержите? Спасибо. Такие красивые. Вы недавно здесь? Я приехала вчера вечером. На поезде? На сене. На сене? Я заснула в стогу и проснулась уже почти что в Вене. Интересно, где моя коза? Коза? Видите ли, я пошла на ярмарку, чтобы... Ну, это долгая история. Да-да, расскажите ее в другой раз, а то здесь... Столько людей, которые нас подслушивают. А куда мне все-таки это поставить? В печку. Прямо внутрь? Хорошо. Илонка. Простите ее, она новенькая. Мы просто разговаривали с ней о том, как она приехала. Никогда не поручай покупателям никакую работу. Но он принес мне цветы. Какая разница, цветы, цветы? Замечательная. Такая простая. Простая и скромная. Ладно, мне пора идти. Счастливо. Хотите немного заработать? Конечно. Сколько? Даю полтинник. В булочной сейчас покупатель. Да. Он разговаривает с одной девушкой. Отдайте ей записку, чтобы он не заметил. Капрал? Да, сэр. Что за манера у офицера свистеть на улице? Простите, сэр, я просто пытаюсь договориться о свидании. Ах, свидание? Прошу прощения, капрал. Все в порядке. Ты ревнуешь меня ко всем солдатам в радиусе 2 миль от меня. Хватит за мной шпионить. Но я зашел, чтобы... И зачем же? Тебе не нужен хлеб, не нужны булочки, пирожные. Увидеться с тобой, моя дорогая. И проверить, нет ли здесь кого-то еще. Я подумал... Ты подумал? Пойти по магазинам. По магазинам? Да. Сейчас спрошу, отпустят ли меня. Подожди меня секундочку, дорогой. Ваш капрал кажется очень милым молодой человек. Кто? Ваш капрал. Да, это так. Очень милый. Напомните, эти военные очень милые, но редко заводят жен. А вы женаты? Нет, нет, я холостяк. А вы собираетесь жениться? Пока не знаю. Насколько мне известно,
У холостяков жен тоже нет. Илонка, мистер Тешек зовет тебя. Простите. Это от капрала. Он попросил нас передать. Лично? Лично. Лэмби, Лэмби, меня отпустили на сегодня. Ну, не торопись, мы еще пойдем на концерт. Джимми, а ты смотри, не опаздывай. Хорошо, я потороплюсь. Это от капрала. Я, конечно же, не пойду. Что? Он же не художник. О чем ты говоришь? Этого не было в моем предсказании. Такая наглость, я не могу поверить. Ну, конечно же, он многое себе позволяет. Он же солдат, поэтому он храбрый. Неужели ты пойдешь? Конечно, нет. Во-первых, мы с ним не знакомы. А даже если и знакомы, то я не знаю, где это место. А даже если я спрошу у кого-нибудь, где это место, то он военный, а не художник. Я сразу скажу ему, что между нами все кончено, потому что я выйду замуж за художника. И если я скажу ему, я так и сделаю. Я пойду и скажу ему это. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сказала добрый вечер. Очень приятно. Я жду одну девушку. Простите. Вы что, не узнали меня? Узнал. Как поживаете? Я действительно немного изменилась. Стала намного привлекательнее, правда? Да-да, это так. Мне хотелось принарядиться. Очень хорошо. Очень красивое платье. А прическа вам нравится? Да, она вам идет. Очень идет. Мне сделали ее в парикмахерской. Ну что, пойдемте? Я хотела надеть свое платье, но Дженни сказала, что оно подойдет только для маскарада. А мне кажется, что это платье подошло бы для маскарада в Селитшомио. Забавно. А как вы сюда попали? Приехала на карете, очень просто. В записке все было сказано. В записке? Как здесь чудесно. Даже небо видно. У нас такого нет в Селитшомио. Добрый вечер, капрал. Добрый вечер, мисс. Я приготовил для вас столик. Разве о нем говорил? Нет, у девушки с булочной рыжие волосы. А ты откуда знаешь? Позаботься о капрале и о его девушке. Это самый лучший столик. Один богатый человек хотел сесть именно за этот столик, но мы отвоевали его для вас. Пожалуйста, пусть они его занимают. Нет, что вы, я никогда не допущу этого. Вы должны сидеть за лучшим столиком. Простите. Значит, записку вам передали? Да, как вы просили. Ваше меню? Я так взволнована, что не смогу есть. Могу предложить вам спаржу а-ля Густо. Что вы сказали? Спаржу по рецепту а-ля Густо. А, спаржу.
И сколько это стоит? 1,50 за порцию. Капрал, я не знал, что вы обручены. Мы не обручены, но это все равно дорого. Послушание покупает спаржу, варит ее. Я выращивала спаржу, готовила и даже продавала. Аспарагус стоит немного, вода бесплатна. Правда, не знаю, сколько стоит густов. 21 шиллинг и не больше. Принесите. Сейчас принесу. Не приносите. Не принесу. Вы здесь хозяин? Нет, не хозяин. Предпочитаю покупать без посредников, из первых рук. Хозяин не обслуживает столики. Потому что ему стыдно за эти цены. Это же Вена. Здесь все дороже. Аспарагус есть аспарагус, даже в Вене. Где хозяин? Меня кто-то звал? Что для вас дороже, посетители или ваша спаржа? А что случилось? Я работаю уже 20 лет, и такого еще не было. Она сама выращивает спаржу, варит и продает, но хочет покупать. Я хочу купить, но по сходной цене, 50 шиллингов, или нет, или да? Вы такая очаровательная леди, что я говорю, идет. Идет. Принеси заказ. Вот как торгуются у нас в Селичоме. Простите, я забыл, что мне уже пора возвращаться в казарму. Был ужасно рад встрече с вами. Простите. Ничего, но здесь не базар. Простите меня. Я не знала. У нас в деревне так принято. Простите. Ну, если вы так хотите остаться еще ненадолго, я думаю, что смогу задержаться. Думаю, что ничего страшного. Вновь весна принесла свет и тепло. Я видела соловья, и он сказал мне: весна пришла. Вновь весна, а с ней любовь. Как их узнать? Юным сердцам так легко их угадать. Вновь зеленые луга, леса, вновь звонки птичьих голоса, будя сердца, апрель поет. Опять синеют небеса, опять полей цветет краса, радость с собой апрель несет. Пташки щебечут, им вторит ручей. Проснись, усталый мир, проснись скорей. Опять пришла любовь. И молодо кругом все вновь. Будя сердца, апрель поет. Вы не художник? Художник? Нет. Вы не рисуете? Нет, не рисую. Я так и знала. Что вы знали? Не нужно было приходить сюда. Я пришла сюда только, чтобы сказать вам, если я только познакомлюсь с художником, я выйду замуж за него. Среди военных вам его не найти. Это точно. В армии это невозможно. Знаете, что со мной случилось? Я забыл мелодию. На барабане? Нет, нет, я писал песню, я сочинял вальс. Дело в том, что когда получаешь увольнительную... Вы композитор? Да, и когда ставят печати... Вы сочиняете музыку?